О, здравствуйте. Можно пару вопросов? Вы москвич? Москвич? Здравствуйте. Девочки, здравствуйте. А девочки, вы из Москвы? Подождите, откуда вы? Ну, а сейчас подумайте, суслики, такие маленькие. Ну, скорее всего. Привет всем летательным пользователям соцсетей. В эфире канал X-Media Group. И мы начинаем. Сегодня мы поговорим о самой простой вещи, о которой забывают очень многие. Это видео в Инстаграм. Многие снимают фотографии, делают селфи, выкладывают какие-то картинки, которые не относятся к их работе, к их товару либо услугам, и вообще скачаны где-то в поисковиках. И мало кто делает видео, потому что видеоотзывы – это самое важное. Как сделать хорошее видео для вашего Инстаграм? Заставьте ваших клиентов говорить о вас. Дайте им скидку, подарите им что-нибудь бесплатное. Сделайте все, чтобы они начали записывать видеоотзывы и скидывать их в свой Инстаграм, делая ссылку на вас в комментариях. В одном из предыдущих роликов мы уже говорили о Тимати и его хэштеге «Слышь, ты что такая дерзкая?». Если посмотреть на популярность этих видеопостов, то многие, наверное, поймут, что я говорю не просто так, и действительно, видео в вашем Инстаграм делает ваш Инстаграм гораздо интереснее. Ты не убился бы? Пропустим эту катастрофу. А главная катастрофа — это когда вы не используете видео в Инстаграм. Вообще надо использовать видео в Инстаграм. Если вы этого не делаете, вы прям, ну, зря вообще. Просто реально надо использовать. Возьмите у нас видео, используйте в своем Инстаграм. Видео создает живую картинку, движущуюся, с переливами, со светом. Видео очень хорошо подойдет для ювелирных каких-то компаний, когда будет видно, как переливается кольцо, например, на пальце, или же какой-то видеоотзыв, да, ваших клиентов, он будет живой, насыщенный. Это не просто картинка, это действительно живой человек, что-то вам сказал о вашей работе. Это будет большой плюс, вам будет больше доверия. Вообще, видео в Инстаграме имеет как плюсы живого общения с аудиторией, так и большие минусы, так как в видео вы не можете отметить людей, не можете отметить предметы, то есть, которые вы можете отметить на фотографии. Это является минусом, потому что вы не можете отмечать нужную вам информацию, чтобы люди переходили туда. Но так как вы не можете отмечать людей на видео, вы должны больше использовать хэштегов, качественное описание видео. И помните то, что всего лишь 15 секунд есть, и надо ужимать информацию. Вообще, что хочется сказать о видео в Инстаграме? Вообще классная вещь, мало кто ее использует, и зря, потому что вообще крутая на самом деле штука. Это оживление, это как это в Гарри Поттере было, да, такая фотография в газете, которая оживает. Вот что-то примерно то же самое. В общем, наши подписчики, снимайте видео, если какие-то появляются вопросы, вы задавайте их нам ВКонтакте, Инстаграме, или подписывайтесь на наши группы, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, мы будем отвечать, какие видео лучше снимать, какие редакторы пользоваться, какими редакторами пользоваться, и как сделать видео продающим, чтобы у него было уникальное торговое предложение, чтобы, просмотрев ваше видео, с 5 лайков уже было 5 продаж. Йоу-йоу-йоу! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, смотрите за нами ВКонтакте, в Фейсбуке и в Инстаграме. С вами был Марат Ахметшин, Влад Ядров и канал X-Media Group. О, боже.